Вот у нас все. Посмотрите, сколько мы все понабрали на эти выходные. Вот у нас тут. Даже не знаю, и яблоки, и все тут. Что тут вам сказать? Вот. Вот. Смотрите, вот такая вот распаковка. И еще тут, да, вот пельмени мы тут купили. Это все от моих, как сказать, почитателей, те, кто смотрит мой канал, прислали мне денежки на прожитие. А то у меня пенсия уже только 15 числа, а сегодня 10 мая 2024 года. И вот мне кто прислал сегодня, пошли купили. Всякой еды понабрали. Ну, остальное все тут вроде на столе. Вот тут картошка. Сейчас я капуста. Сейчас я тут... Что тут? Свекла. То есть он борща наготовил. Укроп есть.